Доброе утро, дорогие друзья! И сейчас мы с вами пройдемся по парочке посудинок, ретро-посудинок. Они мне очень нравятся. И посудинки, и статуэтки. Парочка штук буквально, но, наверное, это будет занимательно. Потому что все мы женщины, ну, не все, конечно, у меня среди подписчиков и мужчины есть, и мальчики. Вот, ну, в общем-то, чисто женское увлечение – это посуда. Меня это увлечение тоже, вы понимаете, не обошло стороной. Я очень люблю посуду, но у меня ее уже так много, что просто, да, просто много. Вот, и я периодически вот достаю какие-то посудинки, вот играю вот в такую игру, в посудки играю. Поиграйте со мной. Такая вот ретро-розеточка. Хотя куплена она уже в наше время. Ну, скажем так, несколько лет тому назад. Но, тем не менее, это стиль ретро. Из такого цветного. Стакан красивый, действительно очень красивый стакан, у меня таких два, а купила я эти стаканы не в магазине, а купила я их тоже несколько лет тому назад на блошином рынке. Вот таких у меня два стаканчика, довольно красивые. Когда-то в юности я случайно приобрела такие бокалы. Мне так нравится так говорить, бокалы. Действительно, бокалы такие у меня были, только я не помню точно какого цвета, то ли этого синего, то ли красного, не помню. Но почему-то мне кажется, что синего, все-таки синего. Вот. На высоких ножках, очень красиво сделанные. Вот, ну а теперь вот такой вот стаканчик радует, два таких стаканчика радуют глаз. Я ими редко пользуюсь. Ну, не потому что, не подумайте, что мне жаль, мне вообще никогда не жаль посуду. Вот, просто много посуды. Вот. Какие это годы? Я думаю, что даже где-то, может быть, и 40-е годы прошлого века. Но уж точно 50-е и 60-е. Вот стаканники, стаканы. Вы их уже видели. Но сегодня уж у нас такая вот тема. Вот еще такой подстаканник. Они отличаются. И графин. Такая красивая пробочка стеклянная. Очень красивая. И вот этот комплект, чашечка и тарелочка. Вы их тоже видели. Это современное исполнение в ретро-стиле. Это где-то 60-е годы. Тоже статуэточка советских времен. Вот такой вот горный козлик. А сейчас он у меня все время стоит на видном месте, поскольку вы знаете, что сейчас его год. 2015 год козы. Влюбленная парочка, парень с девушкой. Очень красивая статуэтка.
много золота, я бы так сказала. Какая красивая юбочка. Под деревом. Такой букетик выполняет роль. Чайник. Чайник вы уже видели. Я его еще раз покажу. Тоже здесь красиво. Он разрисован золотом. Ну и дополнила я это чашечкой с тарелочкой. Тарелочка под чайником современная совершенно. Вот. Но чайник, да, он тех времен. Времен 50-х, 60-х. Хороший чайничек, красивый. Тоже куплен мною на блошином рынке. Фарфоровая бутылочка, бутылек, как хотите называйте, тоже расписана золотом. Покупала тоже я ее на блошином рынке и, как видите, без крышечки. Крышечка была потеряна или утеряна. И в конце этого видео вот эта прелестнейшая статуэтка, просто чудо. Я ее обожаю. Какая красота, какая прелесть. Такая даже туфелька. Этой статуэткой можно любоваться часами. И сейчас я ее дополню. Этим чайником я ее немножко дополнила. Тут есть еще вот такая сливочница. Ну и там 6 чашечек еще есть. Это, конечно, современные уже вот это все. Ой, оно такое все, конечно, тоненькое совершенно, но это все современное. А вот статуэтка – это такое шикарное ретро. Итак, друзья мои, я надеюсь, мы интересно поиграли в посудку. Если понравилось, ставьте лайки, пишите. Можно будет продолжить. Под настроение. Пока-пока.